Здравствуйте, друзья! В этом видео я вам расскажу о проходных выключателях и покажу схему их подключения. Проходные выключатели позволяют управлять одним источником света с нескольких разных мест в помещении. Например, вы можете включить свет с одной стороны комнаты, а выключить его с противоположной стороны при выходе из этой комнаты и наоборот. Чем же проходной выключатель отличается от простого выключателя? Все очень просто. Простой однополисный выключатель имеет один вход и один выход. Он может быть либо включен, либо выключен. Иными словами, замкнут или разомкнут. Проходной выключатель имеет один вход и два выхода. На самом деле это не выключатель, а переключатель. Он переключается из одного из двух возможных положений в другое. Сейчас я на стенде подключу эти два проходных переключателя к лампочке. Соединю проводами так, чтобы было максимально просто понять, как схематически выглядит подключение. Для того, чтобы разобрать выключатель, нужно сначала снять клавишу, а потом отсоединить корпус от основания. На стенде я подключу выключатели внутренней частью наружу, для того, чтобы было видно, куда подключать провода. Схема подключения на самом деле выглядит очень просто. Что мы имеем? 220 вольт, осветительный прибор. И два выключателя. Подключать я буду в следующем порядке. У меня есть ноль и фаза. Ноль я подвожу напрямую к лампочке. Фазу я завожу в гнездо, обозначенное стрелкой, указывающей вовнутрь. Теперь я соединяю два переключателя между собой. С помощью двух гнезд, которые обозначаются стрелочками, указывающими наружу. При этом полярность значения иметь не будет. Можно будет подключить здесь в любом порядке. Теперь к контакту, обозначенному стрелкой вовнутрь, я подключаю провод, который подведет фазу от переключателя к лампочке. С помощью вот этих маленьких кусочков провода я вам покажу принцип работы проходного переключателя. Предположим, левый переключатель переключен вот в эту линию, а правый в эту. Соответственно, в этом положении лампочка гореть не будет, потому что цепь разомкнута. И эта линия в данный момент не имеет контакта с лампочкой, потому что переключатель сейчас замыкает другую линию. Если поменять положение клавиши на переключателе, то эта цепь разомкнется, а эта замкнется, и лампочка загорится. Сейчас я могу прервать цепь на любом из этих двух переключателей. Например, на правом переключателе я могу сейчас разомкнуть цепь, а на левом переключателе замкнуть. В эту систему можно подключить более двух переключателей. То есть при необходимости можно подключить и три, и более переключателей. Для наглядности я сейчас подключу к этой лампочке третий проходной переключатель. Однако он отличается от простых проходных переключателей, используемых в паре. Он называется перекидной переключатель. Его отличие от простого проходного переключателя заключается в том, что он имеет 4 контакта для подключения, а не 3. И устанавливается он между двух проходных переключателей. Вот так выглядит схема подключения управления одним источником света с трех разных точек, с трех переключателей. Синий провод, который был подключен от левого проходного переключателя напрямую к правому, теперь проходит через перекидной переключатель. Он подключается к перекидному переключателю, к контакту, который обозначен стрелкой, указывающей вовнутрь, и выходит из перекидного переключателя, из контакта, помеченного стрелкой, указывающей наружу, и подключается к проходному переключателю, к контакту, помеченному стрелкой, указывающей наружу. Желтый провод, который также был подключен от левого переключателя напрямую к правому, теперь так же, как и синий, проходит через перекидной переключатель. Входит в контакт со стрелкой, указывающей вовнутрь, и выходит из контакта со стрелкой, указывающей наружу. И подключается к правому проходному переключателю, к контакту со стрелкой, указывающей наружу. Теперь все три переключателя соединены в общую систему проходного переключения освещения. Итак, вы наглядно увидели и теперь знаете, как работает система проходного переключения освещения. Теперь я подключу эту систему гибким кабелем ПВС, который зачастую используется в современной электропроводке. И покажу, как это все соединить в распределительной коробке. Я также подключу лампочку сначала к двум проходным переключателям, а затем подключу третий, перекидной переключатель. Итак, есть распределительная коробка, в нее заведен двухжильный кабель, фаза и ноль. Это питание. Для подключения лампочки также используется двужильный кабель 0 и фаза. Для подключения проходного переключателя используется трехжильный кабель, так как переключатель имеет один вход и два выхода. Теперь провода, заведенные в распределительную коробку, нужно зачистить. Затем, с помощью индикатора нужно определить, на какой провод приходит фаза. На камеру плохо видно, но индикатор показывает, что фаза приходит на коричневый провод. Синий провод- это 0. Его нужно соединить с синим проводом, который уходит на лампочку А фазу я подключаю к коричневому проводу, который приходит к распред коробки от левого переключателя. Теперь синий провод от левого переключателя я соединяю с синим проводом от правого переключателя. Также я соединяю желтый провод от левого переключателя с желтым проводом от правого переключателя. Коричневый провод от правого переключателя я соединяю с коричневым проводом, который уходит на лампочку. Все готово. Теперь я включаю вилку в розетку для того, чтобы подать напряжение в распределительную коробку. Все подключено правильно, и оба переключателя работают как положено. А теперь к этой системе, состоящей из двух проходных переключателей, я подключу третий перекидной переключатель. Так же, как это было сделано на предыдущем стенде. От перекидного переключателя нужно подвести к коробке или один четырехжильный провод, или два двухжильных. Я буду использовать два двухжильных провода. Синий провод приходит от коробки и подключается к контакту, обозначенному стрелкой, указывающей внутрь. Затем выходит из контакта, обозначенного стрелкой, указывающей наружу. И уходит в коробку. Также и коричневый провод, который сейчас выполняет роль желтого, приходит из коробки и заходит в контакт, обозначенный стрелкой, указывающей внутрь. Затем выходит из контакта, обозначенного стрелкой, указывающей наружу. И уходит в коробку. Теперь эти провода мне нужно соединить с проводами от левого и правого проходных переключателей. Здесь важно не ошибиться. Я размыкаю желтый провод, соединяющий левый и правый проходные переключатели. Затем желтый провод от левого переключателя я соединяю с коричневым проводом, который подключен к переходному переключателю к контакту со стрелкой, указывающей вовнутрь. А желтый провод от правого переключателя я соединяю с коричневым проводом, который приходит от перекидного переключателя из контакта со стрелкой, указывающей наружу. То же самое нужно сделать и с синим проводом. Также я размыкаю синий провод, соединяющий левый и правый проходные переключатели. Затем синий провод от левого переключателя я соединяю с синим проводом, который подключен к перекидному переключателю, к контакту со стрелкой указывающей вовнутрь. А синий провод от правого переключателя я соединяю с синим проводом, который приходит от перекидного переключателя из контакта со стрелкой указывающей наружу. Все готово. Теперь левый и правый проходные переключатели подключены через перекидной переключатель. Все готово. Я подключаю электропитание для того, чтобы проверить, как работают выключатели. Выключатели работают исправно, поэтому освещение мы можем включить с любого выключателя в любом порядке. Итак, друзья, теперь вы знаете, как подключается проходной выключатель. Спасибо за просмотр. Надеюсь, что это видео будет полезным для вас. Если это так, поставьте палец вверх, а также подписывайтесь на мой канал. Впереди вас ждет еще много интересных и познавательных видео. Пока!